Возможность разблокировки при помощи отпечатка пальца доступна не такому уж большому количеству компьютеров. Но если у тебя есть Android-смартфон с биометрическим сканером и компьютер на базе Windows, бинго, ты можешь разблокировать его при помощи сенсора в твоем смартфоне. Вы на канале Копипаста, меня зовут Кирилл, поехали! Программа называется Remote Fingerprint Unlock, и доступна она абсолютно бесплатно. Вот так выглядит процесс разблокировки. Приложение имеет расширенный функционал, но за него придется отдать $1.99. За эти деньги вы избавитесь от рекламы и получите еще несколько крутых плюшек. Во-первых, вам станет доступен режим пробуждения компьютера и сна, если ваш компьютер подключен к интернету при помощи LAN. Во-вторых, вы сможете добавлять несколько компьютеров одновременно. Ну и самое крутое – это удобный виджет для быстрой разблокировки вашего ПК. Добавляем виджет на рабочий стол и в бой, можно включать свой компьютер прямо здесь. Ну а что же тут по безопасности? Все данные, передаваемые с вашего смартфона на компьютер, шифруются. Если же вы добавите новый отпечаток или измените пин-код, то добавлять компьютеры придется заново. Порядок работы с программой такой. Устанавливаем ее на смартфон, после чего ставим клиент на ваш компьютер. К слову, все ссылочки можно найти в описании. После установки приложения на ПК, блокируем его сочетанием клавиш Windows L. В приложении на смартфоне обновляем список и жмем на наш компьютер. Выбираем тип подключения и жмем «Сохранить». В настройках компьютера на смартфоне нужно указать логин и пароль от вашего ПК. Вот, собственно, и все. Если видео было полезным, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и поделиться видео со своими друзьями. Ну а с вами по-прежнему был Кирилл на канале Копипаста. До скорого!